На очередном заседании Тобольской городской думы депутаты рассмотрели выполнение правил благоустройства, действующих с прошлого года. Специалистами администрации города выявлены 14 объектов торговли, на которых имелись нарушения. Часть собственников и арендаторов зданий нарушения устранили. На тех, кто это не сделал, составлено 6 протоколов об административной ответственности. Одному собственнику выписан штраф в 1000 рублей. Еще 5 предпринимателей предупреждены. В ходе очередного рейда специалисты осмотрели внешний вид фасадов, временных объектов, рекламных конструкций. Из выявленных нарушений устранено 33. Реализация данных. Предпринимателям был дан срок до ноября месяца устранить указанные нарушения. Тем не менее, далеко не все предприниматели поняли и осознали серьезность этого вопроса. Поэтому сейчас, наверное, будут уже приниматься какие-то более серьезные шаги. Чтобы город выглядел лучше, выполнена разработка проектной документации на капитальный ремонт фасадов 5 многоквартирных домов. А 18 высоток уже приводят в порядок.